Жительница чешского города Острава отправилась в лес за грибами, но вместо подосиновиков и маслят нашла 102 серебряные монеты времен Римской империи. По мнению специалистов, историческая ценность найденных динариев настолько велика, что не поддается определению. Женщина сделала судьбоносную находку в лесах региона Брунтал. Точное место пока хранится в секрете. Счастливица присела, чтобы срезать очередной гриб, и увидела рядом с ним странный предмет, похожий на монету. Чуть глубже в грунте она обнаружила еще одну монету. В результате из-под земли она достала 102 монеты, возраст которых превышает 1800 лет. Найденный клад чешка сразу отнесла в Островский музей, где сейчас его пристально изучают историки. Женщина показала место археологам, где была сделана находка. Ученые не могут понять, как монеты сохранились в таком хорошем состоянии и почему до сих пор не были найдены. Вероятно, их мог потерять неизвестный римский торговец или кто-то в спешке решил закопать деньги, опасаясь за свою жизнь. Одно ясно точно, владелец монет уже не объявится. Согласно чешскому законодательству, нашедшему и добровольно сдавшему клад человеку полагается денежная премия в размере 10% от его исторической стоимости, которая зачастую оказывается в несколько раз больше рыночной цены. Историческую стоимость находки устанавливает экспертиза археологов из Академии наук Чехии. Кому понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Пока!